Всім привіт! Я приїхав з роботи, і от нам прийшла посилка. Тільки приїхав вечором. Прийшла посилка від Миколая. Ну, посилання від Миколая. Значить, давай ти скажеш. Ми не будемо казати, хто це? Ну, ми знаємо, хто нам це прислав. Це наша підписчиця. Ну, вже будемо називати не підписчиця, а такий товариш наш, да, друг. Семьи. Не захотела, чтобы мы называли ее имя, захотела остаться инкогнито. Поэтому спасибо тебе большое. Ты сейчас, думаю, это видео увидишь. Вот спасибо тебе. Ты очень хороший, светлый человек. И действительно делаешь вот такой подарок. Ты делаешь чудо. Вот даже нам, взрослым, двум взрослым амбалам, ты делаешь чудо. Ну, в общем, мы приступим. Что там? А? Так. Свечки ароматные. Свечки. Я люблю, кстати, свечки. У меня в Луганске разные были, разных там всяких видов и все. Кстати, тут какие-то лежат где-то. Как они пахнут! Прикольно, пахнут, да? А вот еще... Олео. Оле, Оле. Оле. Какие-то батончики вафельные. О, боже! Слипнется в когось попа. Все. Ну, скажем так, как бы, сладости не наши. Ну, это, думаю, мы не говорим, но сладости не наши, поэтому половину не знаем. Что-то такое, там как две штучки, я даже не знаю, что это. Ты открываешь, чешу? Да. Ну, сразу не открывай. Это, походу, шоколадки, такие, ясные, такие, как слиток золота, если честно. Да. Может, это называется слиток золота? Я просто этого языка ничего не понимаю. Ты достаешь типа это? О, какие-то. А это дрожжи. Смокательные, да, этих. Понял? Как что это такого? Ну, ты дрожжи берешь какие-то типа фиксата, чтобы на погоде. Это типа ММДМСа. Такое, ну, весистое. Кстати, сколько насыпают? У нас, заметь, ММДМСа там на такой пакетик насыпят где-то совсем чуть-чуть. За это. Горишки? До пива? Горишки. Юра, придется тебе пиво пить. Вот чистые воришки. Да? Это, наверное, кофе, не? А, это сладкие орешки. Сладкие? Все, капец. Это, я не знаю. Это, короче, нельзя все есть. О, не, по крайней мере. Эспрессо. Эспрессо, кофе. И угадай, что еще есть. Тут еще угадать не могу. Я уже хотела сама делать орешки долбать. Мне девочка-то в рецепт скинула. Ох, какая большая. Ой, и... Я так схватила тут за это. Да, сладкая жизнь нам обеспечена. Война, типа. Попробуем тут. Ну, ничего не понимаю. Хоть мы тут на английском нет, ничего за это. Nescafe Gold. Дави. А-а-а. Ну, попробуем... Мы знаем, какое нам тут дают, я тоже Nescafe пью. Посмотрим, какое не у нас. Да, то это. Это Nescafe, то, что рекламируют. Это нашему малому, это. Малого сейчас, да, малого у нас сейчас у дедушки, бо Миколайчик тут дома был утром, а еще он и у деда ждал, бо у дитини, короче, там, в общем, пошел на это время. Это тоже классный, кстати, напиток такой. И мне все-таки интересно сравнить. Что за дело? Ну, пьёшь, ну, как какао, типа. Типа молоки размут? Да, ну, видишь, там молоко, чего-то, того, мне интересно, что это за... Ты уже начинать хочешь, да? Не, ну, подвинуться. Честно, вот в 28 лет получить такое количество разных сладостей, еще тебе неизвестных, ты не знаешь, ты их не видела, ты их не знаешь, ну, там, половину, да, ты не знаешь, какие они на вкус. Это как бы волшебно. Вот это действительно, вот, как подарок... От Святого Миколая, да, то есть от Дедушки Мороза. Далеко он ехал через горы, через поля. Ну вот, честно, в любом возрасте, наверное, приятно получать подарки, приятно дарить подарки. И, ну, мне до сих пор тяжело принять, что вот люди нас столько поздравляют. Там даже есть рассказ. Люди нас столько это, поздравляют и стараются, и тратят время, финансы. Силы, то есть, честно, я сейчас у меня и цель, но. Связаться, там у них уже не можно. После так, шести? Но... Давай, надо посыла. Я свою зил, це твоя. Сейчас достану, у меня в зубах. Короче, а, скажем так. Юра доедает, скажем, что я сладкое люблю.
Ты что хочешь открыть сейчас? Не, хочу подарить, я просто вот так вот такая. Не. А вдруг это грузики? Какие? На рыбалку. Ну я так не поняла, что потом это будет коробочка. Коли Тані прислала, була Таня из Бородянки. Да. Там такі класні коробочки були. І я сказав, що це для черв'яків. Ну, і тобі ніхто не дав. А вона мені не дала. Бо тут коробочки. Де для черв'яків? А, диви, яка штука. Угу. Тобто вони, типа. Ну, цю одну коробочку по-любому мені дасть, так? Да? Не знаю. В общем, що? Ты людей поздравил. Я сегодня в Инстаграме людей поздравила с праздником. Айка сегодня. А, Миколай. Я рассказываю, Айка сегодня, Юра. Не, не забыл. 18, ты святый Миколаю. Всех с Миколаем? Хай вам приносить багато-багато чего такого. Сладкого. Все-таки доїв. Все-таки доїв. Дрота не випала. Короче, спасибо. Або бонжур. Да? Сейчас подумаю, что ты из Юра. И у нас сегодня следующий праздник. У мамы Юры на день рождения, но уже я называю маму. Это все наша мама день рождения. Она хоть YouTube сильно не смотрит, но мы ее поздравляем. Мы ее и так поздравили, ну и тут ее поздравим. Пожелаем ей главное здоровья, чтобы дети любили. Да? Мы ее уже поздравили. Ну, мы еще и так поздравим. Пусть будет все хорошо. И вообще всех, у кого сегодня праздник, и именины, день рождения. Всех Миколаев, Миколаевичев. У меня папа Николаевич, мама была Царство Небесное, тоже Николаев. А у нас, вот у нас на работе дедушки есть... у меня два Царство Небесное, Коли тоже за это. У нас на работе есть Микола... Микола? Угу. Миколаевич? И, ну, это родился на Миколаев. Да? А, ну, тут понятно, что назвали, как бы. Тут все понятно, не то, что с Юрием. Так, я шучу. В общем, что, мы думаем, вам тоже как бы получили подарочки. Видите, ну, Юра, короче, уже пошел распаковывать. То... Ты пошел запаливать или что? Нет. А что ты пошел? Ты хочешь закончить это романтично со свечой? Это? Нет, так это. Ой, я так люблю кофе. Нет, особенно, если честно, если кусочек горького шоколада и вот такой горький кофе, ох, это, конечно, спичку сейчас будем больше слышать. Нет, ну. Том еще подпали. Как она пахнет. Может, давай под бороду. Я, кстати, я вот, кстати, можно буду? Вопрос? Если вы уже тут включили, затянули. Вот, можно? Ну, можно спросить? Что ты хочешь? Ну, можно спросить? То ты до бороды не носи. Да не буду, но я у людей спрошу, чтобы они мне за это. Вот Юра решил отпускать вот бороду вот эту. А я вот, ну, блин, я вот это представляю вот этих всех музыкантов, рокеров, у которых вот эти бородки вот такие, ну... Мне нравится, как на свадьбу было. Вот так вот, чтобы отрезать. Я, ну, те, кто пишет, Юре там, побри бороду, то я как бы, ну, против. Мне нравится борода. Но единственное, она... А так вы? Нет. А вы как? Что скажете вы? Пожалуйста, только там Юра ж не будет психовать. Люди честно напишут свое мнение, правильно? А ты не будешь нервничать. Каждому свое мнение, ну, для мене борода це свята. Я її не збрию. Це не дуже святе, Юра. Я її не збрию. Це воно недавно. І не обстрижу. Ну, у тебя прошлого була вообще тут большая. Я даже собі купив. То так у мене була велика повністю борода. Це просто така тоненька борода. Нет. А если ночью случится, что там? Может, свечка подлезет? Я не знаю. Что-то непоправимо. Так, я сейчас обернулся или волосы сложу. Короче, давай будем. В общем, да, не будем больше вас задерживать, а то мы со своей тут болтовнёй шумной. За это все. Наша дорогая инкогнита. Спасибо. Спасибо тебе. Велика-велика. Очень.